уже как бы все равно сохранилась вот эта вот структура, что холмы по бокам и внизу мы находимся как в таком вот ущелье. Сейчас мы будем ехать в таком отрезке, где в основном нам встречаются около дороги только арабские поселки. Можно будет увидеть, что выращивают. И в основном вы можете видеть, что это будет оливка. Как бы, если это плантации, то оливковых деревьев. Оливка, она такая неприхотливая и, знаете, дающая своему хозяину максимум свободы. Если за другими деревьями или нужно ухаживать очень и очень как бы серьезно, то оливка позволяет оставить ее в покое и просто в свое время приходить и собирать урожай. Понятно, для своего удобства, чтобы не зарастало, люди приходят, что-то так чистят между оливками, но в основном ничего больше кроме этого не делают. Оливковое дерево, оно очень своеобразное. Его не поливают, несмотря на то, что у нас тут порой бывают засухи страшенные, да, дождей нет. Ей хватает того, что она получает с дождями в зимний период, весенний и росой в летний период.